Твери на базе военной части состоялся традиционный день призывника. Участие в нем приняли более 200 молодых людей призывного возраста, учащихся школ, профессиональных училищ, колледжей. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. Торжественное открытие ежегодного осеннего областного дня призывника прошло в стенах учебного корпуса воинской части. По традиции мероприятие началось с гимна. Губернатор Игорь Руденя направил приветствие участникам, организаторам и гостям областного дня призывника. После вступительных слов, тематического фильма и приветственных речей, ребята, разделившись на группы под руководством военнослужащих, отправились на экскурсию по военной части. В нашей части покажут им быт, проживание военнослужащих, на каких образцах техники они могут служить, оружие, которым пользуются в современной армии. Ребята воочию увидят, кто, чем дышит, как они будут служить и так далее. С особым интересом будущие призывники изучали нюансы военной техники и активно участвовали в сборке оружия. Ребята признаются, что подобные мероприятия помогают развеять страхи перед армией и собственными глазами увидеть, как будет проходить служба. Запомнилось мне посвящение, там мы, помню, приехали в часть, давали честь, клятву. Это было волнительно, тем более, как это первый раз в семье все служили, это у нас уже в крови. День призывника в Тверской области проходит ежегодно, начиная с 2003 года. Он проводится дважды в год, в период осеннего и весеннего призывов. Главная задача мероприятия – показать молодому поколению, что означает служить Отечеству.